Мертвецы не рассказывают сказки. Под таким названием уже следующей весной на экраны выйдет очередной фильм о похождениях самого обаятельного и неординарного пирата Джека Воробья. Простите, капитана Джека Воробья. На этот раз герой Джонни Деппа будет спасаться от капитана Салазара, который хочет уничтожить всех пиратов. Разыщи мне этого воробья. Передай ему весточку от капитана Салазара. Спастись воробью поможет трезубец Посейдона. Он дарует власть над всеми морями. Правда, перед этим могущественный артефакт еще нужно найти. На этой неделе в сети появился трейлер картины. Премьера в России назначена на 25 мая следующего года. От зарубежных киноделов стараются не отставать и отечественные, правда, с очень переменным успехом. Но кто знает, может быть, положение исправит новая картина Федора Бондарчука. Носит она неброское название «Притяжение». На этот раз режиссер решил использовать для картины выдуманную историю без претензий на историческую достоверность. Над Москвой сбивают неопознанный летающий объект, вероятно, внеземного происхождения. Что происходит дальше, пока неизвестно, но судя по слогану «Земля для землян», пришельцы пытаются оккупировать нашу планету, начиная со столицы России. Что из этого получится, узнаем 26 января 2017. Транссибирской железнодорожной магистрали исполнилось 100 лет. С вековым юбилеем самую длинную железную дорогу решили поздравить Facebook и Google. Первые просто опубликовали в своей социальной сети сообщение с поздравлением. Вторые поступили более творчески. А именно, создали тематический дудл, логотип поисковика, нарисованный под тематику праздника. И даже выпустили мини-мультфильм. Как сообщает Google, создатель этого дудла Мэтт Круишинг проехал по Транссибу еще в апреле прошлого года и уже тогда сделал серию набросков. Хозяина камеры GoPro, которая почти год пролежала на дне моря, удалось найти при помощи социальной сети. Во Владивостоке на берегу острова Русский эту камеру обнаружил дайвер с ником в Инстаграме SupWhale. Ирония в том, что там он искал свою камеру, которая также была утеряна, но найдя гаджет другого человека, он не стал присваивать находку себе, а опубликовал последнее видео, заснятое на камеру, с призывом тем, кто узнает хозяина, передать ему, что его ждет сюрприз. На самой записи видно, как хозяин камеры целуется с девушкой и прыгает вместе с GoPro в воду. После видно морское дно и плавающих рыб на глубине. Между тем, в Якутии заканчиваются последние дни осени, и самое время узнать, чем же они запомнятся пользователям социальной сети Instagram. Ярким моментом для Володи Максимова стал 30-секундный таймлапс восхода и заката солнца. Не такое теплое, как летнее, но все же яркое светило запечатлел и Байтим ЮКТ. Для многих осень ассоциируется с лесом и лесными тропами, среди них и Оля Афанасьева. Семейное дерево, возможно, ручной работы от BIT67. Ну и на этой последней осенней неделе мир отметил День учителя. Своих преподавателей по этому поводу поздравили члены студенческого профсоюза Института языков и культуры народов Северо-Востока России. Ну а если вам есть чем поделиться, то свои фото отправляйте в директ на нашу страницу в Instagram «Интересно ДЗД». Это была рубрика «Хэштег интересно». Будьте активны в сети, не забывайте про реальную жизнь. Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram и помните, интересное всегда рядом.